вы увидите башню, которая тоже напоминает о том, что город был окружен стеной. Вот она, впереди слева показывается башня. Мы останавливаемся не только для того, чтобы остановиться на красном светофоре, чтобы показать вам прежде всего. Посмотрите наверх, налево. Дверь двойная с точки зрения топографии. Это нижний город, в котором мы с вами находимся, и там наверху что? Верхний город. А сейчас вообще пришел черед рассказать, а что такое дверь? Дверь, друзья, город, который по описанию Иосифа Флавия в книге «Иудейская война» был основан между 17 и 22 годами нашей эры и построен сыном Ирода Великого, Иродом Антипой, который назвал это место в память римского императора Тиберия, Тайбериус. Отсюда и происхождение названия города Двери. Знаете, что до периода Средневековья здесь евреи практически не селились. Однако, после массового изгнания, это город в основном заселенный евреями. Кстати, Галилейское озеро или Геннесарианское море. Так что различные есть слова миллиарда кубических метров. Друзья, треть воды всей стране. Я надеюсь, что вы порядочные люди, через минуту забудете то, что я вам сейчас рассказываю. Озеро Киннерет, Галилейское море, одна из важнейших стратегий Израиля. Потому что без него у нас нету воды. Это треть воды всей стране. Это очень важно. Это не только от реки Иордан, которая в воскресенье на третий день после распятия подходит к Голгофе, увидела гробницу Иисуса и камень, который закрывал вход в гробницу, отодвинув. На камне сидел ангел, были пакетики. Яички не клевали. А вы знаете, что они утепленные и создают микроклимат? Потому что бананы теплолюбивые растения. А почему именно голубого цвета? Сканский монастырь. Женский. Смотрите, там ведь, который упоминается в Евангелии от Матфея, глава 5, 6 и 7. Смотрите направо, налево. Ой, это икра. Господа, за одну секунду в реке Иордан протекает 1000 куб. Появляется здесь, на этой территории Башан, город Голан. Никто не знает, почему город получил название Голан. Мы можем тоже с вами терять черный. Составляет 1000 метров по отношению к югу, 300 метров, где было более продолжительное извержение вулкана. Но не высоты днем и ночью. Теперь вы должны знать о том, что не обстреливается, когда вы знаете об этом. Это значит, что сидит наверху снайпер, и он выжидает. И стоит вашей дочке выйти из дома и пойти из кибуца с одного дома в другой, он может ее подбить на дороге, друзья. Бит на Сирию. С которой у нас нет никаких дипломатических отношений. У нас существует раздел нейтральной зоны. Ни мира, ни войны. Если вы хотите мира, говорят нам сирийцы. Голландские высоты. Вот там за водоемом Сирия уже. А тут нейтральная зона. В дворе до колючей проволоки стоят войска ООН. Голландские высоты, завоеванные в 66-м году. Здесь музей. На голландских высотах. Еще немного. Граница? Вы видите справа Тверью? На другом берегу Кинера, правда? Помните, сколько ширина максимальное озеро? 80. Кстати, если вы у меня 12, правильно? Если вы у меня спросите, а вот это дорога? Согласно решению Организации Объединенных Наций в 1947 году являлась основной частью Израиля, да. То есть озеро Киннерет, разумеется, западный противоположный берег, так же, как и восточный.
являлись составной частью государства Израиль. Единственное, что проехать по этой дороге было практически невозможно, потому что слева были установлены зоты, огневые точки, которые не давали никакой возможности проехать. Да и дороги практически здесь не было, только проселочная. И тот, кто проезжал... В кибуце на берегу озера Кинерет. Очень богатый кибуц. Мы покушали хорошо рыбой с озера Кинерет. Это ресторан. Постройки. Стоянка машин. В этот кибуц приезжают со всего мира. Много зелени. Вот кибуц. Набережная. Кимерет. Кимерия, по-моему. Кимерет. Ну, в общем, очень красиво тут. Это кибуц рыбный. Можешь походить. Ну, так я и хожу. Кибуц. Очень, видимо, богатый. Они рыбу разводят. Жемчужина Галилея. Да-да. Это кибуц. Пожалуйста, мои дорогие, автобус. Своего я брать. Это боже, да. При посадке в автобус. Все, хватит. А че? Река Ярмук, которая при слиянии с рекой Иордан, когда-то в 1932 году была построена гидростанция, о которой мы будем говорить завтра. А сейчас самое главное, хотите видеть Иорданию? Да. Вы хотите видеть иорданские дома? Да. Немыслимо. Вот сейчас, буквально через минуту, даже меньше, посмотрим и увидим, чем занимается иорданская девушка. Взглянул в бинокль. Что ж там происходит? А где она сидит? Ну, слева понятно, это Сирия, правда, бывшая. А Иордания нужно быть с какой стороны? Справа. Иорданская деревня. Или серьезно? Внизу. И река Ярмух, видите ее внизу справа? Да, вот она. Граница между Израилем и Иорданией вдоль этой реки. Мы просто огородились двумя системами колючей проволоки. И поля. Это было вообще безумие. Хоть дорога-то наша, хоть территория наша. Но проехать сюда было абсолютно...